здравствуйте, доброго пятничного утра, а мы с Дамиром Владимировичем отправляемся вдвоем в магазин «Светофор» за покупками. Мы купим утюг и продукты. Дамирчик? Я съеду меня сначала, и потом будет Майнкрафт. Майнкрафт, много уже делал. Я еще сегодня одно видео вам после уйдет запишу. Да, у нас же еще видео с игрой, до которой мы никак не дойдем, да, Дамирчик? Да, два видео. Володя сегодня едет по делам, поэтому в магазин мы идем вдвоем. Нам доверили такую честь отправиться в магазин вдвоем. Почему я так говорю? Потому что у меня топографический кретинизм, и я очень плохо запоминаю дорогу. Мы с Дамиром Владимировичем сегодня на стиле. Я в новой куртейке. Дамирчик сейчас в кепке. Фотографии скину в инсту, как всегда. Ребятки, идем по мясному колхозу. Петухи поют. Жизнь песня. Видно, не видно? Но там флаг. Ничего, флаг такой. Это сообщество пенсионеров на самом деле. Но флаг ЛГБТ-сообщество, ребят. Так, ребят, быстренько покажу наши покупки. Не первый раз покупаем вот этот вот сок. Сок называется Дарио. И это 100% сок без добавления сахара. Мы от него в восторге. Сейчас мы взяли ананасовый, брали и яблочный, и мультифруктовый. Взяли вот такой утюг. Homestar утюг электрический, тефлоновая подошва, сухая глажка, пар, бла-бла-бла, 2000 ватт мощность. Ой, господи. Вот такой утюг. Нагревается очень быстро. Кстати, еще чуть-чуть тепленький даже из магазина. Вышли. На первое время шикарная вещь. Взяли вот такую здоровенную пачку чипсов. Зеленый лук, фирма Lay's. Стоили всего 75 рублей за 225 грамм. Классные. Да, классные. Зеленые. Да. Взяли кофе Enjoy гранулированный. Вот такой 200 грамм, стоит всего 90 рублей. Клевый кофе, кстати, отлично. И да, нарисовано мороженое. Взяли вот такого лизуна на сей раз беленького. В прошлый раз брали зеленого. Ты закрываешь. Вот. Мороженка. В прошлый раз лампочка была нарисована. Да. Значит, взяли вафельные рулетики со вкусом сгущенного молока. Яшкина просто любить. Вот такие. Потом взяли еще вот такое мороженое. Оно уже, кстати, немножко потаяло. Называется Полярник. 850 миллилитров. Шоколадное. Мусорные пакеты. Как же я без них жить буду? Салфетки влажно-антибактериальные, 100 штук, стоят 35 рублей. И наш любимый, уже после того большого томатного кетчупа, я говорила, что вряд ли я буду покупать кетчуп в таком формате. Но вы знаете, его нигде нет. Его просто нигде нет больше того кетчупа. Вот, и поэтому мы берем Хайнц 350 грамм плюс 100 грамм в подарок, стоимость 45 рублей. Хайнц. Вот такой вот кетчуп, он обалденный. Кетчуп у Хайнц, во-первых, я обожаю. Вот, во-вторых... Я знаю. Во-вторых... Во-вторых, так было. Надо. Открывай дальше. Понятно. Забирай вот это все. Так вот, кетчуп у Хайнц, во-первых, очень люблю, а во-вторых, я хочу о них сказать, это то, что сейчас в Донецке нет Макдональдсов, есть только Дон Маки, и Дон Мак не использует классические соусы Макдональдс, что естественно, да, хотя странно, потому как в России же есть Макдональдс, они бы могли заказывать оттуда, потому что цена в Макдональдсе просто зашкаливает, там цены раза в 2-3 дороже, чем в российских KFC. Вот, и в Донецке Дон Маки используют соусы Хайнц. И вот этот кетчуп мне... я сейчас тоже понюхаю твоего лизуна. Я хочу сказать, что кетчуп и Хайнц, вот этот кетчуп, они мне очень полюбились еще со времен, когда я посещала Дон Мак. Кисло-сладкий мне не очень нравится, если честно, если сравнивать с классическим кисло-сладким в Макдональдсе. Но именно кетчупы
Ханс мне очень нравится. Там прям, вот тут прям чувствуются помидоры. Вот, очень нравится. Нужное количество соли, нужна густота. Все устраивает. Не жидкая, с какой-то непонятной приправой, да, как мы покупали краснодарский там, томатный этот соус, кетчуп. А вот, вот именно то, что надо. То, что надо, Ханс. Вот такое. Любовь. А можно показать свой из? Вот он такой белый. Мороженым пахнет. Мороженым. Пахнет мороженым. Поэтому и на картинке было мороженое. Все, ребятки, мы будем кушать, мы будем записывать вам сейчас, наверное, Майнкрафт. Поэтому целую, люблю, бывает, и до встречи. Вот у нас туалетная бумага с вот таким вот зайцем. Дамир хотел с пингвином, но в том магазине пингвинов не было, были только вот зайцы. Вот он пускает самолетик. И оранжевое небо написано. Туалетная бумага, он на защите мягкого, Вейра называется, да. Фишка, короче, в чем? Фишка в том, что эта туалетная бумага, она ароматизированная. Она двухслойная, 4 рулона, все как всегда, все по стандарту, вот, она ароматизирована. Вот у меня как бы вопрос, не, ну, она как бы прикольная, она приятно пахнет, все, но у меня вот вопрос, а вот несет ли какое-то практическое применение вообще, в принципе, ароматизированная туалетная бумага? Или там, я не знаю, ароматизированные прокладки, да, мысли, конечно, странные, но как бы тем не менее, как бы, ну, какой смысл вот в этой ароматизации? Так. Так как мы вчера были на шопинге, я хочу сказать, что вот эта вот кофтень, лучше ее можно рассмотреть у меня на фотках в предыдущем видео. Я, как всегда, вот вставляю, да, фотографии в начале видео, и у меня в ленте и в сторис в инстаграме. Вот, лучше всего ее там можно рассмотреть. Ну вот, вот эта кофточка, я... дело в том, что она 58 размера. Фишка в том, что я очень люблю верх, чтобы был не в обтяжку, чтобы верх был... Лучше не становится, даже если протереть камеру. Солнышко, блики от него идут. Короче, фишка в том, что я очень люблю, когда верх большой. Когда верх большой, когда он такой вот разлетающийся. Вот. То есть я люблю туники, я люблю свободные футболки. И низ я люблю, чтобы он был в обтяжку. То есть я обожаю штаны скини, я обожаю штаны скини. Мне пришло, просто пришло сообщение на WhatsApp. Я обожаю штаны скини, в третий раз уже говорю. Я люблю, вот, чтобы джинсы были в обтяжку, чтобы у меня были какие-то большие кроссы, и чтобы футболка была вот не в обтяжку, чтобы футболка была свободная, чтобы вот, вот она, свободная, вот, вот, вот. Мне ничего здесь не лезет под мышки, мне никуда ничего не врезается, ничего не стесняет, мне ничего вот, вот. Она, то есть, ну, разлетаечка такая, да. И мне еще очень нравится рисунок, выбирал эту футболку Володя, а тут стрекозки, тут дерево. Очень красиво. А тут котик черный, и он сидит на веточке. Это так клево, особенно с учетом того, что футболка выполнена в черно-белом таком стиле, да. И мои кроссовки тоже черно-белые. Мне кажется, это очень гармонирует друг с другом, вся эта история. Еще у нас, по-моему, сломалась печка. Причем сломалась тогда, когда я собиралась разогревать еду Володе. Он отменил свою поездку в гости сегодня по делам. Вот, и, в общем-то... Ну, как бы у него поездка была в гости, это по делу, но это в гости, вот. И, в общем, он отменил эту поездку, я там написала сообщение, а вот у нас с тобой, короче, лежит в холодильнике две бутылочки, две вот таких вот великопоповицкого козела. Так вот, я ему говорю: Володь, у нас тут две бутылочки скучают великопоповицкого козела. Говорю, приезжай, говорю, домой. Это пиво так называется, Волкопоповицкий козел. Это просто русские говорят, типа, козел, козел, да? А я вот со знакомым недавно затеяла разговор такой, что типа, ну, типа, мы говорим козел. И вот я там несколько раз сказала козел, он говорит: вот, а ты говоришь, что вы говорите козел. Я говорю: ну, я так к вам, типа, приобщаюсь. А вообще Волкопоповицкий козел, Жатецкий гусь. Мы как бы так называем, да? То есть то пиво, это пиво, да? Вот. Что то, что другое, мы называем, в принципе, так обычно. В общем, я ему говорю, что вот пиво там скучает, стоит. Вот. И, в общем, короче, он отменил поездку. Едет домой, а тут сломалась печка.
Так что, в общем-то, весело и радостно, да? Не знаю, что сейчас будем делать. Может, ну, салат, как бы, ну, такое себе удовольствие. Салат, бутеры, да, для мужика. Ну, сломалась печка, все, она чага готовить, и все, и до свидули. Ладно, значит, жду Володьку. Ну, хоть утюг купила, слава богу. Вот. В общем-то, жду Володьку. И что еще хочу сказать? По поводу футболки. Футболка клевая. Я вот, и, кстати, на нее такая ткань, знаете, типа как вот, как вязаная. Тоненькая такая вот вязаная такая вот ткань. Вот это вроде как футболка, но она как вязаная. И если как бы, да, такая история, что будет жара, вот. Ну, я знаю, как бы есть барышни, которые говорят, ой, я не потею, ой, фу, типа все такое. А вот я потею, и все люди, которые живые, они потеют. Не потеют только мертвые, я так скажу. И так вот, здесь это будет незаметно. На этой футболке, и на футболке из такой ткани, эта история вообще незаметна. Я эти футболки одно время, особенно когда была небольшая проблемка с лишним весом, вот, я эти футболки носила с огромным удовольствием, в хвост и в гриву из такого материала, и все пыталась найти такой же материал, и все никак не могла, и тут вот этот магазинчик вообще прям для меня открытие, во-первых, очень приемлемые цены, во-вторых, шмотки тупо в моем стиле, вот, и никто тебя не, и вот никто тебя не достает, ты, вот, мне даже Вова говорит, тебе как магазин? Я говорю, Вов, самый кайф, говорю, то, что меня никто не достает, то, что я спокойно могу выбирать шмотки, мерять, клевая примерочная, вот, и что меня никто не трогает. Я достала то, что мне понравилось, я пошла померила, все, что я намерила, я пошла, отдала продавцу, все, я довольна, я счастлива, расплатилась и ушла. Мне не надо слушать, что, а девушка, а давайте мы вам поможем, а давайте мы вам подскажем. Ну, как бы выбрала бы я себе футболку такого размера, выбрала бы я себе такую клевую туничку, разлетаечку, если бы ко мне, ну, приставали эти самые консультанты. Нет. Вот. Белье висит себе спокойно. Бери белье, иди меряй себе свои лифчики и так далее. Тоже тебя никто не достает, никто не трогает. Все. Загораешь. Можно спокойно мерять все, что хочешь, одевать. Примерять, вот, все, пошла, расплатилась, спасибо, до свидания. Все рассматривать можно, и никто тебя не трогает, не советует тебе ничего. Единственный нюанс был такой, я зашла туда в пуховике. И, значит, я говорю, хочу курточку вот такую вот. Я показывала такую вот зелененькую болотненькую курточку, вот, легенькую, в которой я сейчас хожу, я говорю, хочу вот такую курточку. И продавщица говорит, ну, девушка, говорит, на вас нет размеров, говорит, типа, я говорю, давайте я сниму сначала пуховик, потом мы посмотрим, да, есть на меня размер или нет, потом как бы поговорим. Я снимаю с себя пуховик, и продавщица на меня так смотрит, а, говорит, худенькая, да. И сразу, вы знаете, нашлась и Эмочка на меня, и это самая Элечка на меня нашлась, вот. Она говорит, ну, в принципе, и Эсочка будет нормально. Я говорю, не, ну, в обтяжку, я говорю, не хочу на себя курточку, как бы, давайте здраво судить. Я взяла себе Эльку, потому что я не люблю в обтяжку вот эту вот всю историю. Эмка тоже на меня хорошо села, вот. Но лицо вот этой продавщицы, я вот не понимаю, вот, то есть ты меня заведомо обозвала, да, в какой-то степени, то есть на вас нет размеров. Я снимаю себе пуховик, у нее, извините, вот такое вот лицо перепуганное, а есть размеры, да вы что, то есть ты только что меня обозвала толстой, а теперь у тебя нашлись размеры на меня. Я как бы не комплексую, я не хочу оскорблять полных людей, ну просто, то есть, ну что это, ну зачем ты так? В общем-то, такая вот история, друзья мои. Это там пацаны берут и вот эти вот двери или что там разложено, крушат за окном. Крушат. В общем, вот такая вот история. Меня это, с одной стороны, меня это насмешило, то, как она обломалась, продавщица. А с другой стороны, это очень неприятно. Это плохое отношение к клиенту. Есть же, как бы, извините, девушки полненькие, которые комплексуют, да, которых бы это расстроило, вот такая вот фигня, да, типа, на вас нет размера, бла-бла-бла. Ну, как бы, не знаю, неприятненько немножко. Вот, но меня очень насмешило, когда она обломалась. Вот. А, ты водички. Ну, ладно, я воды принесла. В общем, друзья мои, вот так вот закончились наши покупки. Угу.
А поломавшаяся печка, это, конечно, тут еще сюрприз. У нас печка сломалась. Прикинь, Мирчик. Какая печка? На которой мы кушать готовим. Сосиски там, да? Ну, все, что мы готовим на ней. А вот я пожарила, поставила мясо папе жариться, оно только начало жариться, и все, она сломалась. В общем, следующий момент, это то, что я хочу сказать. Для нас огромное открытие, то, что Дамир начал есть хот-дог в лаваше. Ему очень понравился лаваш, новое блюдо, которое он попробовал, лаваш. Ему очень понравилось, ему зашло целый день. Второй хот-дог ест уже с сосиской, вот. Но Дамир не кушает овощи, и Дамир не ест соусы, поэтому для него это чисто жареная сосисочка и лаваш. И все это дело завернуто. И сегодня он еще кушал хот-дог в булке чесночной. Вот, тоже я положила в булочку чесночную. А? Хорошо. Я тебя поняла, Мирчик. Следующий момент, это то, что еще он кушал хот-дог сегодня в чесночной булке. Ему очень понравилось еще колбаску, бутерброды с колбаской он кушал. Вот, что еще? Так что такое у нас сегодня? Фастфуд день. Вот, ребятки. Ладненько, будем ожидать Володю, будем смотреть, как он отреагирует на поломанную печку. Вот, ну а на засим пока что прощаюсь. Вот, спасибо, что побыли с нами сегодня.